В Москве в посольстве Армении состоялось торжественное награждение ряда российских политологов за значительный вклад в укрепление российско-армянских отношений. Награждение было приурочено 20-летию создания одного из ведущих аналитических центров России – Институту стран СНГ. Этому важному рубежу Института стран СНГ придали должное внимание и в Армении. По указу президента Сержа Саркисяна сотрудники института были удостоены различных наград. Открывая церемонию награждения, чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Олег Гисаян поздравил директора Института стран СНГ Константина Затулина и его коллег с юбилейной датой и подчеркнул, что им удалось добиться большого доверия за свои научно-исследовательские труды, которые своей объективностью вносят ясность в важнейших политических и военных вопросах. Подобного признания они добились и в Армении, способствуя еще большему углублению отношений между двумя странами. Для меня поистине великими стали те люди, представляя либо одну, либо другую сторону, которые взяли на себя эту персональную, добровольную миссию говорить правду. Я никогда в детстве, в молодости даже не думал, что правда всегда защищается. Мне показалось, что правда всегда атакует. И должны быть люди защитники этой правды. Я видел эти годы, как Константин Федорович целиком и полностью себе посвятил этому делу. И правда не только в армяно-российских взаимоотношениях, а отношениях России со всеми другими народами, которые мы вот веками живем и работаем. Олег Гисаян выразил признательность институту за последовательную работу в направлении карабахского конфликта, благодаря которой часто пресекается распространение ложной и недостоверной информации о сути проблемы. Так, по указу президента, награжден автор бессменного количества научных работ и исследований на тему Карабахской войны и последствий, руководитель отдела евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. Наградить заведующего отделом Института стран СНГ Владимира Валерьевича Евсеева медалью благодарности президент Республики Армения Серж Азатович Саркисян. Благодарственные письма президента были вручены руководителю отдела Кавказа Феликсу Станевскому, первому заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову и руководителю отдела Средней Азии и Казахстана Андрею Грозину. После завершения церемонии награждения с благодарственной речью выступил директор Института стран СНГ Константин Затулин и выразил признательность руководству Армении за оказанную высокую честь. Он уверен, что и дальше деятельность Института стран СНГ будет способствовать укреплению союзнических отношений между двумя странами. В частности, он заверил, что доверительное и дружеское отношение к Армении – это позиция не только Института стран СНГ, но и всей России.